Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами. Индийская притча, она называется «Благочестивая женщина». Некий демон решил искусить благочестивую женщину. Демон оделся как садху и вошел в хижину женщины, перебирая четки. Он просил пристанища, но женщина не только пригласила его и накормила, но просила помолиться с нею. Демон для удачи решил исполнить все ее просьбы. Они начали молиться. Затем женщина просила рассказать ей о жизни святых, и демон начал повествовать подобно самому лучшему садху. Женщина вошла в такой экстаз, что окропила всю хижину святой водой и, конечно, полила самого демона. Затем она предложила ему произвести совместно с ней пранаяму и постепенно собрала такую мощь, что демон уже не мог выйти из хижины и остался служить благочестивой женщине и научился лучшим молитвам. Когда один риши проходил мимо хижины и заглянул в нее, он заметил молящегося демона и присоединился к нему в словословии Брахме. Так все трое сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим благочестием заставила и демона, и риши вместе словословить. Но из высших обителей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже заставить и демона сотрудничать в молитве. Вот такая притча, индийская притча, она называет «Благочестивая женщина». Пока-пока, до свидания.